прошли кампанию, ребят. Остался там эпилог, он играбельный, но там, наверное, ничего такого не будет. Просто побегаем и все. В любом случае, кампания завершена. С чем я нас всех и себя в том числе поздравляю. А дренеи вообще какашки. Ну, базу построили они, и чё? Они там стояли, ни хрена не делали. Искусственного интеллекта не было, что ли? В целом, не впечатляющая армия, не впечатляющая совсем. Ну, пришел пророк Вели, ты, конечно, вы были. Смертные герои, ваша победа давно предсказана. Злобный крик моего поверженного брата будет услышан по всей вселенной, неся новую надежду тем, кто еще не склонился, бла-бла-бла там. Теперь падение легиона ближе, чем когда-либо, так что гордиться тем, что с вашей помощью мир спасен от пламени. А этот день, когда что-то заканчивается навсегда, это день, возвещающий начало нового пути. Мы были непростительно высокомерны, мы предали проклятие благороднейшее всех живущих существ. Не знаю, сможем ли мы искупить эти грехи. И многие будут помнить имя Анвины, хотя она изменила предначертание судьбы. Что было осквернено, ныне стало чистым. Ближе подвиг Анвина не будет забытым. Анвин никогда не забудет Калеска. Если бы не ее жертва, то слышит колос, как весь мир был бы охвачен пламенем. Ай, помедленнее чуть. Со временем свет и надежда помогут возродить не только этот исток силы. Быть может, они возродят и саму душу народа. Самую. Блин. А как это читать? Спасение, молодые воители. Оно ждет нас всех. Прощайте. Не все, кто ищет путь, потеряли свой. Значит, закончено. Солнечный колодец восстановлен, но у нас больше нет лидера, указывающего путь. Кто теперь поведет нас? Ты, Вортемар? Александра? Ты вел наш народ раньше, Вортемар. Мы все знаем, что ты мудрый лидер. Ты не позволяешь эмоциям взять над тобой верх, подобно мне когда-то. Думаешь, от чего я испепелила крепость бурь? Я согласна. Ты станешь превосходным вождем, достойным лидером, чем клинком я стану. Как и я. Я не смогу. Я недостоин. Ты сможешь, друг мой? Сбагрили бедного пацана. Заскромничал. Мое время пришло, друзья, и я должна уйти. Надеюсь, наши пути больше не пересекутся. Прощай. Александра! Спасибо тебе. Да. Эпичный батл был. Так, это что за туманище такое? А это кто там справа? Что за эльф? А там еще Анвина? Ну, там можно было разглядеть силуэт.